Если Джетака говорит правду, схватка Яры и драки приведет к множеству смертей. Я должна им как-то помешать. Сразимся вместе. Солдаты охраняют песчаную прореху. Но Яры нет. Что происходит? Мне нужно к прорехе. Боюсь, твое присутствие необходимо в штабе предводителя. Что-то случилось? Мятежник Драка задержан за то, что вмешался в работу прорехи. И как он вмешался? Он вломился к прорехе силой. Увидел, что она пуста, если не считать тоненькой струйки от починенного тобой в пустыне устройства. Это был удар для него. Понятное дело. Я встречусь с ним. Определенно заслужил. Лучшие товары. Сама увидишь. Да направят тебя десятник. С чего это было? После всего произошедшего мне чувствую. Получил знак и думает, что сможет бросить вызов Крелу. Еще два получили.
получил знак от тренера боев. Он попытается. Надеюсь, я буду там и увижу, как ему надерут зад. Еще два знака. Хочешь еще раз взглянуть? Неплохо. Желтыми осколками это не изменит. Мне скучно. Кто-нибудь сыграет со мной в стычку, Маш? Я могу присоединиться к охране. Да. Хорошо, что... В следующий раз без покупки не уйдет. Хорохорься, сколько... Тогда я с тобой. Я об этом не просил. Не проходи мимо. Это твой шанс. Твой брат получил знак от тренера боев. Слышал, твой брат получил знак от тренера боев. Почему вся эта акробатика? Да будет просто твоя помощь. Чужеземка. Недобрый знак. Хорошо, что есть такая вещь, как стратегия. Хорохорься сколько хочешь. Все решится на доске. Да подумаешь подумать, что будет с нами, если не стреляла. Хороший финальный штрих. Заработала бы полную лычку. А ты наглец! Надо забраться и поймать сигнал. Кто бы говорил? Где бы начать? Следи за языком! Или что, прикажешь им убить меня? Поверить не могу. Это да! Я тоже тебе не верю! Твоя сила, твоя сила.
Предводитель просила не прерывать ее подготовку к бою. Сейчас никому нельзя отвлекать предводителя. Нам приказано никого не пускать в покое предводителя до начала схватки. Как ты это допустила? Как я это допустила? Начнем с того, что это ты сломал прореху. Тебе повезло, что мы ее починили, иначе твоя голова торчала бы на копье. Разве она работает? Всего лишь струйка. И я не виноват. Я уже говорил, Укта пришел и сказал, что нашел в пустыне воду. Я не знал, что это связано с прорехой. Ты думаешь, я в это поверю? Элой! Я пришел за водой, которую они нам должны, а когда выяснил, что ее нет, меня арестовали. Я же уже объяснила! Вода возвращается, но медленно. Прореха наполнится спустя недели. А пока я отправлю в острую длань все, что могу. Ты скрыла, что случилось с прорехой. И как тебе верить? Драка. Все, хватит с меня! Довольно слов! Считай это вызовом! Тогда собирай свой отряд. Мы встретимся у врат побежденных. Мне нужно готовиться к поединку. Уходи! Это станет концом всего клана. Мне надо вмешаться. То есть нам надо. Подожди-ка. Помоги разобраться. Что значит концом всего клана? Обе стороны возьмут верных людей и придут к вратам побежденных. А потом они перережут друг друга в ритуальной схватке. Но это лишь начало. Победивший попытается вырезать всех верных проигравшему людей. Война будет длиться месяцы. Весь клан сгинет из-за ссоры двух упрямцев. Можешь остановить их? Я духовник. Я даю советы. Но не могу никого принуждать. Даже вождь Хикара тут бессилен. Это касается только клана. Что такое эти врата? Это проход в мертвый котел. Для племени это символ надежды и борьбы с помешанными машинами. Мертвый? Из-за чего? Никто не знает. Но это очень важное место для нашего клана. А теперь оно станет еще важнее, ведь там начнется бойня. Почему ты думаешь, что я смогу им помешать? Я даже не из вашего племени. Они оба у тебя в долгу. Ты помогла, когда никто больше не мог. И ты заглянула в их сердца, как я когда-то. Они могут ошибаться, но оба достойны защищать своих людей. Думаю, твои слова смогут их как-то образумить. Вот только они не очень любят слушать. Тебя они послушать должны. Они уважают тебя и твой лук. Я попробую задержать их у врат побежденных, это к юго-западу. Но без тебя, боюсь, у нас не хватит мешков для тел. В общем, я тут подумала, я хочу присоединиться к охране в отряд. А, с чего это вдруг?
После всего произошедшего я чувствую, что должна сделать больше. Для клана, для имени. Понятно. Тогда я с тобой. Я об этом не просил. Я знаю, но представь, мы вместе... Да, на страже рощи. Может, даже увидим бои на арене. Ну что? Пожалуй, с подругой и правда будет веселее. Целился на ее пост с тех пор, как начал заправлять в острый глаз. Ничего такого. Просто карабкаюсь. Да не закинет тебя честь. Твой враг, мой враг. Надо забраться повыше и поймать сигнал. Еще чуть выше. Уже почти. Так, попробую поймать сигнал Сильги. Аист 142, штабу свободы в Рино. Даю координаты груза. Ул, я молюсь о тебе. Внутри я оставила сообщение. Нашла источник сигнала. Это недалеко. Надо добраться туда.